В Ярославле с приходом плюсовой температуры резко выросли темпы ямочного ремонта. На сегодня отремонтировано 4000 квадратных метров дорог при годовом объеме в 7000. Ямочный ремонт начался в начале февраля под контролем гортехнадзора. Пробы с участков, где уложен асфальт, проходят лабораторную экспертизу. Если она выявит нарушение в технологии укладки асфальта, генподрядчик госпредприятия «Ярдурмост» денег за проделанную работу от мэрии не получит. Когда погода будет стабильно теплой, городские власти планируют активизировать ремонт дорог, применяя не только литую смесь, но и обычный асфальт. Много аварийных ям, которые не соответствуют ГОСТам. У нас предписание ГИБДД. То есть вы сами видите, что ямы, они в основном все глубже 5 сантиметров, поэтому создают опасность попадания в ДТП. И, конечно же, здесь даже не предписание ГИБДД, а если есть вот эти аварийные участки, их надо восстанавливать.